Ну что ж, всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Десан. Мы продолжаем играть в Майнкрафт, и добро пожаловать в нашу новую серию. Я еще до сих пор отхожу от происшествий, которые случились у нас в предыдущей серии, и я уже обиделся на этих райков, потому что они меня уже достали, так что с ума сойти можно. И чтобы не задерживаться вот тут, там босс, но... Я не знаю, я бы тебе очень хотел зашпиндолить, но я вот так смотрю. Во-первых, там у нас музейчик. Лаги. Как вы видите, ребята, можете заметить, хотя нет. Мы попали. Я надеюсь, мы никого там не перекачаем. Нет, мы никого, ребята, не перекачали. Это круто, давайте... Вот я... Прям на пару минуточек просто-напросто выключу шейдеры, потому что знаете, что возле музея у нас всегда творится хаос. А в том смысле, что там такие жуткие лаги, что с ума можно сойти. Связано все это, в принципе, с тем, что там очень много статуй, да? И это лагает. Знаете, что нам повезло? То, что мы не одели экспешер на какого-то покемона, и, в принципе, мы его сейчас не перекачали. Это очень круто. Я не знаю, честно. Вот сейчас нам нужно, конечно, выложить всех покемонов, но... Но! Перед тем, я просто хочу, чтобы не терять драгоценное наше время, то есть ночи, там еще что-то. Я хотел бы пойти в... Как вы уже, наверное, догадались, в океан. С надеждой, ребята, с большой надеждой. Дратини, ну хотя бы. Я уже не разговариваю про Кьюограф, я уже не говорю про Луги. Идите в жопу, вы мне уже полностью надоели. Сейчас, ребята, дайте как-то вот так, чтобы было более-менее. Поэтому, ребята, я уже даже про них не хочу разговаривать. Идите вы в жопочку, все, нам уже надоело, ребята. Вы согласны, что уже надоели вот эти выпендрёшки вот этих... Чукчи, которые уже действительно достали очень. Но все же, я сюда пришел не за вами, а я пришел за Дратини, за тем покемоном, которого уже мои подписчики долгое время просят меня славить. Кстати, как раз уже полночи прошло. Не будем терять время. Мы еще пойдем. Давайте просто немного вот тут полетаем. Вдруг хотя бы Дратини, да, заспавнится, тоже будет круто. Не будем тоже терять время. Я обещал, что в этой серии мы пойдем и словим Глейгера. И мы пойдем. Хотя бы попытаемся. То есть, если он заспавнится, я уже говорю, что я уже на него потрачу мастер бол, но я его славлю только за того, что вы, ребята, этого хотите. Но, к сожалению, если мы его не сможем найти, то есть, если он не заспавнится, то я прошу прощения, но я тоже ничего с этим поделать не смогу. Ребята, знаете, что мне просто интересно? В этой версии вообще спам легенд включен. То есть, потому что, как вы видите, Райко у нас уже троллит. Ну, в смысле, спам некоторых легенд. Райко у нас уже троллит так, что с ума сойти можно. Суйкун точно так же у нас троллит. А других легенд я не вижу. Ни Мью, ни Кьюогра, ни других. Поэтому, ребята, я не знаю, может действительно, как вы, ребята, думаете, может эта версия баганая, может мне нужно обновить версию и пойти на другую версию? Потому что, сейчас, ребята, Глейгар, да? Потому что видите, что с предыдущими версиями случались какие-то неполадки. Неполадки, а какие неполадки? Ну, в предыдущей версии у нас была проблема сразу с Райквазой и сразу с Кьюограм. С Кьюограм то, что он очень часто спавнился, прям за ночь мог, не знаю, сколько раз заспавнится. А Райкваза вообще не спавнилась, но потом заспавнилась через какой-то баг. В версии в этом сезоне у нас спавнится куча Райкоу, то есть может тоже, знаете, какой-то баг, что у них какой-то больше спаун, что много Райкоу спавнится, много Суйкунов спавнится, заспавнился может один Гроудон, да, кто у нас там еще, мы три легенды, легендарные птицы сделали, но это как бы не зависит, потому что легендарные птицы ты делаешь с помощью алтаря, и все, Гроудоша. И все, то есть ни Селеби, ни Лугия, ни Энтей, ни Мью, ни Райкоу, точнее, ни Энтей, да. И кто еще есть? И вроде все, да?
Никто, никто с этих не спамится. Ух, ребята, я прошу прощения, если было очень громко, но сами понимаете, что какой-то небольшой дисбаланс присутствует в этом реактивном рюкзаке, то, что он очень громкий какой-то. Ну, давайте, ребят, постоим и как раз ща чаечка хлебну. А то уже в горле пересохло. Не, никто не идет. Мью. Помните, ребята, как мы ловили Мью в предыдущем сезоне? Мы ходили, уговаривали там. То есть, ну, Мью, ну, пожалуйста, ну, выйди с нами погуляй. Но мы тебя тут ждем. Ну, пожалуйста, ребята, это мы уже облутали, не смотрите. Те, кто не знают, да? И сейчас... Ребята, давайте такой небольшой опросик. Как думаете, может мне обновить версию? А, кстати, вы заметили, что у меня сейчас не лагает с камерой и не лагает... Ну, нету таких лагов с камерой, и даже если мы шейдерами летаем возле джунглей. Ну, это, в принципе, с одной стороны, круто, да? Я просто поставил себе Optifine с надеждой, что он хотя бы, ну, чуть-чуть уберет лаги. Какие плюсы? Давайте вы напишите мне, какие плюсы, если мы обновим сборку, и какие минусы. Минусы, я знаю, то, что мне мои подписчики уже много раз писали, мол, Эдисон... Круто, да, если, например, ты обновишь версию, и у тебя будет новая версия Пиксельмона, но минус в том, то, что там очень много багов, и может даже из-за этого лагать то, что там будет очень много багов. Это минус. Но плюс то, что там есть какие-то новые покемоны, да, может какие-то обновленные текстурки, есть, это тоже большие плюсы. И также большой плюс, наверное, то, что... Может они исправили спанбеген, потому что, как видите, когда они добавляли, то есть эта версия, да, начиная с этой версии, они добавили новых легенд, то есть Райко, Энтея, Селеби и Суйкуна, да, а Лугию в предыдущей. И начиная с этой версии, может они что-то там нахимичили, да, с этим спауном, то что у Райко и Суйкуна нормальный спаун, у Грудоши более-менее. И все, у Мью практически вообще не спавнится. Энтей, наверное, тоже вообще не спавнится. Кто там еще? Энтей тоже не спавнится. В принципе, Райкваза, наверное, тоже не спавнится, потому что вряд ли мне так кажется, что Райкваза спавнится. И также, наверное, не спавнится, допустим, там... Селеби, да? Ну, Селеби, в принципе, я не знаю, мы не так уж и часто за ним охотились, за ней, Селеби, ну. Но все же, мне кажется, что тоже там, ребята, такой себе спаун. Плейгера, к сожалению, я профукал, в том смысле, что я загляделся сначала на океан с надеждой хотя бы Дратини увидеть, а потом загляделся на джунгли, чтобы Мью вышла погулять. Но, видите, никто не вышел, к сожалению. Но, ребят, не переживайте, может еще даже еще одна ночь наступит до конца серии. Может, мы еще даже пойдем и попытаемся словить хотя бы Глейгера, да? Ну что, ребята, куда? Селеби, давай. А давайте просто проверим Селеби. Действительно ли она. А вдруг, ребят, мы еще приходим и. Хренакс, вылетает такая Селеби, мол, здрасте, здрасте, а вы нас не ждали, а мы пришли. И мы ее словим, конечно, шанс. Такой вы себе, так вообще шанса нету. Ребята, самый банальный покемон, который, наверное, только может существовать сейчас вообще, в общем, в мире, да? И у нас его нету. А зря, нужно всех ловить. Поэтому, ребята, я не знаю, что делать. Мы, наверное, может, еще сейчас пойдем проэкспериментируем. Хотя нет, не пойдем, потому что Райкваза тоже, наверное, ночью спамится, а не днем. Поэтому сейчас мы не пойдем. Ну, Селеби вроде днем спамится, но... Спамится. Должен спамиться, но это не факт, что он будет спамиться, да? Опа. Кто там у нас? Боссик? Видл, легендарный босс. А мне даже писали, что Селеби не пишет. То есть... Ну, хотя вряд ли мне так кажется. Ну, не знаю, ребят, не буду гадать, потому что я не знаю, честно. Селеби. Какой Селеби? Видл. Что-то я уже как-то про легенд, уже с ума схожу с этими легендами. Ну, пожалуйста, я знаю, вы очень любите меня троллить. Ну, раз меня легенды уже троллят на протяжении всего сезона, дайте мне конченый второй по счету экспешер. Я вас заклинаю.
Я вас не то что заклинаю, я уже не знаю, как вас просить, чтобы вы мне дали второй экспешер, нафиг. Я не хочу читерить, потому что в этом сезоне, как вы видите, у нас даже НПСов нету, поэтому я, ребята, даже не знаю. Но я не знаю, что делать с этим видлом, то есть вряд ли. То есть шанс, что он появится, еще, наверное, меньше, чем там Лугия или Кьога. Но зато... Секунду. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ребята, в предыдущей серии мы не убили 10 Блисси, потому что я уже был расстроен этим троллем Райкоу, и я уже просто-напросто вышел, да? Но зато мы в предыдущей серии убили одну Блисси, это у нас был босс. Поэтому одну Блисси мы как бы отнимаем, и за эту серию мы тоже считаем 10 Блисси. Поэтому за одну серию сегодня, ребята, мы убьем 19 Блисси. Это, можно сказать, офигеть, как много. Нам нужно сейчас еще будет выкинуть 10 вещей, переодеться в крылышки, выложить 5 прокачанных покемонов. 45 уровень Саблей, 45 Райпериор, 40-й рулетик наш. Рулет, не знаю, какая у него там начинка, но все же, я надеюсь, вкусная. Потом Скалипедушка. Скалипедушка вообще слово, конечно. И Ариадос. Мы его, их, выкладываем в наш компьютер и идем. И идем брать новых покемонов и идти прокачивать их, да? В принципе, два Басяндра заспавнились, может, да, ты ж нафиг. Может, второй там в земле, но все же вот этот. Есть шанс, что хотя бы выпадут какие-то, ну, простенькие что ли вещи, и с их помощью мы сможем заплатить потом за Блисси. Это, в принципе, тоже плюсики идут, даже если там хотя бы арбы, да, выпадут. Это, в принципе, тоже какой-никакой, но плюсик. То есть вот сейчас три вещи выпало, за эти три вещи мы можем убить три Блисси, да. То есть тоже неплохо. Эконс. Эконс, я сказал. Вот он такой мелкий. Вот, наконец-то. Он такой мелкий. И, в принципе, как вы видите, то, что трава тут высокая. И что действительно хрен вот это просечешь, где он вообще ходит. Про Дито я даже не знаю, ребята. Может он... О, а есть ли у нас Ликитунг? Я помню, мы его пытались словить, но видите, как не словили. То есть помнит башка, то, что мы его вроде пытались словить, но мы его не словили. Сейчас постараемся. Если да, будет круто, так как мы словим и видло, и тоже Ликитунга. Но предыдущий раз, когда мы его пытались словить, мы его и по этой причине не словили. То, что он паскуда, который не хочет ловиться. Вот видите, то есть, ну такой, стервочка маленькая, вот этот языкастый покемоша. Я на тебя тратиться много не буду, даже не надеюсь. Я сейчас беру, допустим, рулетика. Рулетик тебе шмагает по самые последние «не хочу». Я надеюсь, что он тебя шмагнет, но не убьет. Ладно. Стоим Ликитунга. Потом, в этот раз нам тоже не удалось, вспомним. Это уже второй раз по счету. Потом у нас будет третья попытка словить Ликитунга. Охренеть. Ну что, сейчас мы идем выкладывать 10 вещей. Да. Идем. Нет, не идем. Диглет, ультимейт босс, самый лучший босс, который существует, и он Диглет. Я не хочу рыться, как вы знаете, это у нас уже вошло в принцип, то что за боссами, которые под землей, в том числе, в самом главном числе, Диглет, мы не роемся, потому что они уже тоже заколебали. Ну что, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, и давайте, чтобы не выкидывать какой-то покебол, давайте лучше возьмем темку, да, и 10. Замечательно. Фух, выложить точно. Пам-пам-пам-пам-пам-пам. Саблей идет у нас вместе Данспарс. Я надеюсь, я правильно прочитал. Спарс. Райпериор 45 у нас идет вместо... Кто идет у нас дальше по счету? Это у нас Тантлер. Яичечки, долго ожидаемые яичечки. Кто хотел яички? Держите, ребята. Вот вам яички. Дальше у нас по счету идет Санш... Шреф, короче. Вместо Скалипеда.
И потом у нас идет Нату вместо Ариадоса. Замечательно тоже. Ставим на Стандлера. Я не знаю, на каком уровне эволюционирует Данс Парс. Потом посмотрим. В этой серии давайте его не будем прокачать. Он уже более-менее так прокачанный, как вы. Если вы, конечно, можете помнить, то, что мы его прокачали с помощью босса Блисси, то есть он заспавнился, и у нас все покемоны уже практически были прокачаны, поэтому я взял первого покемона с компьютера, и мы его прокачали. Ну что, ребята, вторая Блисси, если считать вчерашнюю, это третья Блисси. Это три Блисси у нас уже. Четвертая Блисси. Замечательно. Конечно, маленький уровень, наверное, может повысить потом уровни, потому что действительно очень маленькие. Пятая Блисси. Вот видите, 37 уровни. Пятая Блисси. А знаете, чтобы перехитрить систему, какие-то у нас координаты. Давайте сразу вот сюда на место тпхнемся, просто чтобы запомнить. Чтобы прямо сюда потом и тпхнуться. Замечательно. И как мы будем поступать? Мы идем сюда и возвращаемся, и у нас Блисси переспавниваются. Вот видите, какие у нас системы, да? Шестая Блисси. Ох, ни хрена себе. Седьмая. Ну, какие-то такие нормальные уровни. Вот тут уже немного не поперло. Восьмая Блисси. Перекачали? Нет, не перекачали. Восьмая Блисси, да? Тоже уровни, конечно, не очень, но все же давайте вот так и вот так. Также есть шанс, что может даже, а прикиньте, вот так целый без заспамить. Восьмая Блисси, девятая Блисси. Я надеюсь, я правильно считаю, то есть не сбиваюсь. Девятая Блисси. Ну и давайте, ладно, десятую. Главное не перекачать. Замечательно. Дальше у нас по счету идут у нас яички. Десятая Блисси. И возвращаемся. Десятая Блисси. Сейчас у нас идет одиннадцатая. Яичечки у нас идут дальше по счету. Одиннадцатая Блисси. В этой серии, к сожалению... Ой, нет, это нормально. Одиннадцатая Блисси или десятая. Я вот это иногда забываюсь, нужно где-то себе записывать, потому что вот так считаешь и разговариваешь, и о другом думаешь, это иногда путаешься. Ну вот, допустим, одиннадцатая Блисси, чтобы потом не говорить, что вот Эдисон мол читер, да, там. Одиннадцатая Блисси. Ну давайте тогда. Двенадцатая быстренько, пока там большие уровни есть. Ну вот это я не знаю, гипнозы. Двенадцатая. Тринадцатая Блисси. Во, большой уровень. Уровень. 13-я, 14-я Блисси. Ух ты, нифига себе. 15-я Блисси, это редкость, чтобы вот такой уровень заспавнился. 15-я, 16-я. 16-я. Ну, еще 4 Блисси. Я надеюсь, я правильно считал. Если нет, то, ребята, прошу прощения. Еще 4 Блисси, да? 40-й, 31-й, 33-й, и вот давайте вот это, еще 4. Замечательно. Ну, давайте еще 3. Может, даже успеем прокачать яички, да? 3. То есть, 2. 1. И давайте вот как раз последняя Блисси, такой большой, да, ну, более-менее уровень, да? Извиняюсь, если я там, например, на одну Блисси больше убил, если я там на пару Блисси меньше убил, ну, то есть бывает, да? В том смысле, что бывает, что я иногда не могу прямо следить, и иногда могу запутаться и неправильно посчитать. Но, в принципе, я не думаю, что в этом есть какая-то большая проблема. И как раз у нас новая эволюция. Словили мы Ликитунга, не словили, зато словили Видл. Ну, не скажу, что прям суперский, какой-то редкий покемон, но все же. Замечательно. Ну что, ребята? Братини. Потопали. Я вам обещал словить Глейдера. Ну давайте пойдемте и посмотрим, вдруг
а вдруг? Только нужно место подходящее. Ну вот тут он вроде спамится, да? То есть тут Глейгар спамится. А если еще, например, Бильшарп? Вот. Ну, опа. Гравеллерушка. Зря ты, конечно, наверное, заспамился, но все же. Ребята, вот что я еще забыл сказать. Мы, наверное, в скором времени... Я знаю, что еще одна эволюция в яичек есть через камень эволюции. Я знаю, ребята, я не забыл. Мы, наверное, это прокачаем или сейчас, или уже в следующей серии. То, что в скором времени мы будем размножать покемонов. Да, ребята, не забывайте. То есть мы сделаем себе с двух электробазов одного эликида, который в этой версии тоже, ну, не спамится, почему-то убрали. Из двух... Твою мать, пролетел, не успел посмотреть, кто это там. Ну да ладно. Из двух манчлаксов мы попытаемся... С двух снорлаксов мы попытаемся сделать манчлакса, да? Если, конечно, получится. А какой стороне... Глейгар! Если я тебя сейчас убью, я сойду с ума. Точно, я сойду с ума. Или ты там... Все. Считайте, мы его словили, потому что даже если мы его сейчас не словим со всеми нашими болами, я его словлю в мастербол. Я вам даю слово, что я его словлю в мастербол, если мы его сейчас не словим. Нахрена я это сказала? Действительно, если мы его сейчас не словим, то мне придется мастербол бы было потратить, да? Но все же, мы его словили. Ребята, мы словили Глейгара, поздравляю! Потому что действительно, уже многие меня давно просили там Глейгара словить. А вот мне еще хочется проверить, спамнится ли Энтей. Этого я не знаю. Мы, в принципе, уже много раз пытались проверить, но безуспешно, потому что он не спавнится так же, как и Мью, и так же, как другие покемоны, которые, наверное, забаганы в этой версии. Не хотелось бы это, чтобы они были забаганы, но все же. Где он спавнится? В Extreme Hills Plus или Extreme Hills M, да? Вот, Extreme Hills Plus. А там есть и дальше какие-то Extreme Hills M? Вряд ли вот там есть. А то есть, они, в принципе, если честно, очень такие даже редкие. То есть, плюс M, не скажу, что они частые. Вот, например, сейчас мы находимся Extreme Hill Plus. Сейчас уже не находимся, находимся, не находимся. То есть, такие маленькие вообще, как это можно сказать, территория вот этих биомов, что шанс, что там заспавнится какая-то легенда, действительно не очень большой. Шанс, что там заспавнится вообще какая-то легенда, не очень большой. Поэтому, ребята, я... Ща. Каратиста мы словили, но мы не словили боксера. Замечательно. Если мы его сейчас ловим даскболом, будет круто. То есть, Видл, долгожданный Глейгар, которого мы словили, и боксерчика мы тоже словили, Хитмончана. По поводу Дратини, я даже не знаю, ребята, вообще, стоит ли туда двигаться. Например, вот сюда, да? Я не знаю, честно, ребята, что делать с Дратини, вот. Дратини, Драгонер. Ну, смотрите, если у нас не заспавнится Дратини, то мы хотя бы сможем словить Драгонера. А потом, когда мы прокачаем Драгонера, то может потом найдем Дратини. То есть, Драгонер у нас будет как бы заменой Дратини, да? Мы как бы его прокачаем, но все же потом, если мы даже найдем Дратини, то тогда Драгонера мы как бы выкинем, наверное, да? И возьмем вместо него... Дратини, да? Мне кажется, если мы, конечно, ее потом еще найдем после Драгонера, то мне кажется, как раз такой нормальный вариантик. Но тут уже не грузится, как бы. Мы, наверное, высоко взлетели. Мне еще... Как тут покемон называется? Я уже забыл. Который в пустыне я хотел словить, но я уже забыл. Это такая ваза, то есть такая чаша летающая. Спавнится вроде вместе с Сандилом в одном и том же биоме. Сандайлом, хотел знать, честно. Тайфлоу уже нет. Ну что-то в этом роде. Ну давай, Райку, еще заспавнится. Будет вообще круто, если ты вот тут где-то находится
саванной, прикиньте, если он еще опять заспанется. Я не хочу тут долго летать, то есть я обещал, что в этой серии мы словим Глейгара, ну, как обещал, я надеялся, что мы его словим, потому что если бы он не заспавнился, то я бы никак это не смог выполнить свое обещание, а читерить я бы не стал. Но все же он заспавнился, мы его словим. А что по поводу Дратини, ребят, мы уже тоже долго ищем, долго пытаемся, но, как вы видите, тоже безуспешно, потому что Дратини та еще сволочь, можно и так сказать. Где я вообще нафиг? Какая это высота? Ага. Как-то мы очень далеко взлетели. Видите, ребят, этот баг не действует, то, что мне говорили. Поэтому вот, уже показал то, что тот баг не действует, где говорится, что нужно высоко взлететь. Мне интересно, есть ли тут Extreme Hills M? И Extreme Hills или Plus? Вряд ли. Не думаю, что тут есть, но сейчас вот там что-то было, хотя не-не-не, нету. Ну смотрим, ребята, вдруг, хотя как видите, нету. Ладно, нету так нету. Давайте где-то пойдем в Дипокеане. Мне даже говорили, что Дратини спавнится уже в Дипокеане. Я помню первую свою Дратини. Кто смотрел, кто еще до сих пор со мной остается, где мы словили первую свою Дратини? Насколько я помню, даже не насколько я помню, а в какой-то степени, можно сказать, я точно помню, что это было в джунглях. То есть в каком-то водоеме, да, в джунглях. Например, в маленьком каком-то озерце в джунглях. Это кто? Я тебя прошу, не Драгонер, Дратини. Не пропадай. Если ты пропадешь, я не знаю, что я сделаю. Я разденусь и буду бегать голым. Я даю слово. Нахрена я это сказал опять? Я фосил вижу. Так, ладно, сейчас. Я еще фосил вижу. Где? Замечательно, ребята. Фу, может еще даже Даскболом словится. Если словится Даскболом, вообще будет офигенно. Но Дратини тоже такая одна спаскуд, которые не очень хорошо ловятся. Ну, как вы видите. Но я, ребята, можете не переживать. Ее я не упущу, я ее даже трогать не буду. Потому что, прикиньте, если какой-то удар, что я подумаю, что он не наносит урона, а в конце концов окажется, что он наносит урон, и я убью Дратини, то я с ума сойду нахрен. Поэтому лучше ее даже не смотреть на нее, а просто кидать болы. Пожалуйста, Дратинюшка. Замечательно, ребята. Мы ее словили, наконец-то мы ее словили. Это очень круто. Я вроде выкинул крылья с переживания, ведь видите, ребята, вроде крылья у нас нету, я их где-то выкинул с того переживания, то что я сейчас упущу Дратини, но я их потом найду, я не буду себе брать новые, потому что это через баг какой-то был опять, что я их как бы вот взял, и они как бы потом сами выпали. Я не буду их, вот видите, вот, я, наверное, вот так случайно нажал, и они также выпали, как и рюкзак. Вот реактивный ранец, точнее. Как-то промахнулся, да, то есть, да, наверное, так и оно и было, что я хотел нажать вот сюда, нажал случайно вот сюда, и оно выпало. Я или себе новые сделаю, точнее не сделаю, а просто возьму, потому что новые создавать я не хочу, да и ресурсов у нас нету. Дратини, ребята, это с ума сойти. Дратини и Глейгар в одной серии. Серия длится около полу... Нет, сейчас посмотрю сколько. Ну, около полчаса мы словили Глейгара. Ну, видел, ладно, это не суть, но все же хотя бы мы словили нового покемона. Мы прокачали... Мы выложили 5 новых Что я хотел сказать? Мы выложили 5 новых прокачанов. Ладно. Мы выложили 5 покемонов, которых мы прокачали, выложили в компьютер. Также...
Мы уже прокачали двух новых покемонов, то есть на 19 близких или там 20, которых мы убили в этой серии. То есть единички мы еще эволюционируем, да, ребята, не переживайте, я знаю, там еще одна эволюция есть с помощью травяного камня, камня, которого мы сделаем, которую мы сделаем в следующей серии. Мы словили Глейгара, покемона, которого меня уже просили нереально как давно словить, и наконец-то мы его словили. Также мы наконец-то нашли и словили Дратини. Смотрите, как нам повезло, то есть заспавнился не Драгонейр, а Дратини. Все, серия нормально, то есть мы словили двух, ну, Дратини редкий покемон. Глейгар не очень, но все же мы его словили, так как давно мы его хотели словить, но не находили, к сожалению. Ребят, крылья себе потом возьму, не переживайте, то есть это я случайно и даже через баг какой-то, но все же. Все, ребята, давайте уже на этом заканчивать, давайте быстренько идем домой. Это кто у нас там? Флаффи. Я так не имею желания, но если ты где-то вот тут, ты что? Ребята, она пользуется нашим гамаком. Ох ты, зараза. Но Флат... Ой, да Кежикин, вот, наконец-то. А прикиньте, если сейчас еще выпадет Экспешер, это будет вообще лучшая серия, наверное, за все время, если сейчас еще Экспешер выпадет. Прикиньте? Хотя вряд ли, конечно, но все же. Ну, конечно, так. Просто так не выпадет. Ну все, ребята, на этом мы... Что у меня стекла пропали? Я текстурпак сменил или что? Я что-то не понимаю. Раньше вроде показывались, а сейчас вроде уже все пропали. Ладно, ребята, на этом мы будем заканчивать. Спасибо всем за просмотр, те, кто смотрел, те, кто оценит это видео, поставит лайк. Оставить свой комментарий, потому что в ближайшей серии мы вернемся к нашему музею и будем добавлять новых людей, также убирать старых, которые уже давным-давно не комментируют. На этом, ребята, мы заканчиваем. Не забываем проверять новые видео, новые прохождения GTA Online, GTA 5 на ПК, вообще прохождение GTA-шки. Я буду очень рад, если вы чекните и также поставите лайк и туда. Не забываем то, что если эта серия набирает сейчас 500 лайков, сразу же выходит новая. То есть, как только эта серия набирает 500 лайков, сразу выходит новая. На этом, ребята, мы заканчиваем. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. С вами был Эдисон. Мы заканчиваем. Всем удачи и всем пока.